Поэтический вечер, посвященный Дню космонавтики, прошел в Дагестанском театре поэзии. Тема далеких планет и загадочных созвездий во все времена вдохновляла поэтов и писателей. Со сцены звучали стихи и песни, посвященные подвигу первых космонавтов. Далекие туманности клубя, всей красотою необыкновенной, Вселенная глядела на тебя, и ты глядел в глаза Вселенной. Первый зампред правительства Анатолий Карибов вспомнил, каким праздником для всего советского народа стал первый полет в космос Юрия Гагарина, как дагестанцы гордились земляком Мусой Манаровым, и подчеркнул важность развития ракетно-космических систем в наше время. Сейчас ракетно-космические корабли, самолеты, ракетно-космические системы позволяют нам жить спокойно, достойно, сдерживать разные натиски, которые с каждым днем, к сожалению, увеличиваются вокруг нашей страны. Все мы это видим, все мы это чувствуем. И мы гордимся за наши ракетно-космические силы, которые стоят на безопасности России и всего прогрессивного человечества.